И к другим темам. Праздник пришел в каждый дом, в том числе и в Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов номер один. Сегодня здесь отмечают Всемирный день инвалидов. Для жильцов и коллектива центра это действительно праздничная дата, к которой готовятся и которую с нетерпением ждут. В городском санатории, так можно назвать Центр социального обслуживания, отдыхает 20 волгодонцев. Из них мужчин всего трое. Праздник выдает не только учащенное сердцебиение жителей ЦСО, но и внешний вид пенсионеров. По такому случаю к ним в гости приехали парикмахеры. Инвалидность – это не приговор. Инвалидность – это то состояние, в которое, ну, к сожалению, попали некоторые граждане. И с этим как-то нужно жить. И наше учреждение создано именно для того, чтобы помогать людям адаптироваться в новых условиях жизни этих граждан, помогать им не унывать, общаться. Завершающим штрихом праздника в ЦСО номер один стало выступление ансамбля «Дубравушка». Коллектив поздравил горожан и устроил настоящий концерт. Все песни пришлись пенсионерам по душе. Каждая композиция сопровождалась аплодисментами и напевами из зала. Праздник удался, но, как считают сами постояльцы, жизнь в Центре социального обслуживания номер один сама по себе праздник. А здесь такая чистота, гости, и утром, и вечером, и днем, и все убирают, все следят за нами, все смотрят, прелесть прям. И делают, и массажи делают, и магнит делают, и, ну, все условия, и тренировочные там есть, все делают хорошо. И кормят 4 раза, пятый раз сок дают. Даже уже и поправилась я.